У меня последний заключительный курс, и уже пора задумываться о будущей карьере. Я хотела здесь найти для себя перспективы будущего. Я пока еще не все представленные компании обошла. Пока я поняла, что возможностей много, и что такие мероприятия действительно полезны. Уже несколько я для себя отметила. И сейчас пойду дальше узнавать новые. Компании 20 лет, мы занимаемся IT-консалтингом, работаем в разных регионах, и основные направления – это, во-первых, внедрение стандартных прикладных продуктов и, собственно, разработка программных продуктов. Президент нашей компании – выпускник МИФИ, поэтому мы верим, что МИФИ – это наши студенты, что мы сможем сотрудничать и что им у нас понравится. Курская АЭС занимается эксплуатацией атомной электрической станции, в частности, Курской. Значит, мы входим в концерн «Росэнергоатом», который представляет собой большой набор атомных станций у нас в России. Считаем, что МИФИ является базовым вузом, который готовит специалистов в области эксплуатации инжиниринга на атомных станциях. Что, мне кажется, очень важным в рамках ярмарки вакансий, то, что здесь студенты знакомятся уже с госкорпорацией с первых курсов. Например, даже если у них нет возможности пройти сейчас практику, они уже могут быть нацелены на нее и непосредственно интегрироваться дальше в нашу отрасль и быть передовыми на рынке в целом. Сегодня я пришла на ярмарку вакансий, чтобы побольше узнать о различных компаниях. Я хотела бы получить приглашение на стажировку, что, собственно, у меня и получилось. Меня пригласили на стажировку, я заполнила анкету, и теперь буду ждать, когда меня пригласят на собеседование.